Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 февраля, по празднеству Сречения Господня, Православная Церковь совершает память великомученика Феодора Стратилата. Святой великомученик Феодор Стратилат был предан мученической смерти в 319 году по Рождестве Христовом. В дословном переводе с греческого слово «стратилат» означает «высокий воин», в литературном переводе «воевода», «военачальник». Происходил святой Феодор из города Евхаиты, ныне марсиан на севере Малазиатского Нагорья в Турции. Благая весь святого Евангелия в эти места принесена еще в апостольские времена. Святой Феодор был наделен от Господа многими дарованиями его выделяли среди окружающих природная красота, великодушное сердце, глубокое познание христианских истин, мудрость и красноречие. Храбрость святого воина стала многим известна после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаиты. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, никому ничего не говоря, взяв с собой свое обычное оружие и имея на груди крест, двинулся в путь. Доехав до поля, вблизи пропасти, где жил змей, воин Христов слез с коня и лег отдохнуть. В этих местах проживала некая благочестивая жена по имени Евсевия. Она была преклонная летами, за несколько лет перед этим она и спросила тело святого мученика Феодора Тирана, не сгоревшая на костре во время казни, погребла его около своего дома и каждый год праздновала его память в день представления. Благочестивая Евсевия, увидев спящего воина Христова Феодора Стратилата, разбудила его и пыталась убедить уйти из этих мест, чтобы не пострадать от змея. Мужественный воин Христов Феодор отвечал ей, «Отойди и стань подальше от места сего, и ты увидишь силу Христа моего». Женщина отошла и стала молиться к Спасителю о даровании победы смелому воину. Обратился с молитвой к Господу и святой Феодор. «Господи Иисусе Христе, воссиявший от отчего существа, помогавший мне в битвах и дававший победу на сопротивное, ты и ныне тот же есть, Господи Христе Боже, пошли мне победу с высоты Твоей святой. Святой Феодор победил чудовище, прославив среди людей имя Христова. За отвагу Святой Феодор был назначен военачальником в городе Гераклея близ Черного моря, недалеко от Евхаид. Здесь Святой Феодор сочетал ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая вера, подкрепленная личным христианским примером, отвращала многих от пагубных привычек. В результате почти все жители Гераклея приняли христианство. В это время начались жестокие гонения на христиан. Император Ликини, умертвивший 40 мучеников севастийских, обрушил свои гонения не на простой народ, а на просвещенных поборников христианства, в которых видел серьезную угрозу для отмиравшего язычества. Прослышав о храбром военачальнике, император захотел его увидеть и послал за ним своих приближенных. Святой Федор принял послов с честью, но не хотел оставлять своего города. Предвидя намерение императора, мученик Христов, хотел пострадать в своем городе. Поэтому он ответил императору, что не может сейчас покинуть Гераклию и просит его пожаловать к нему. Накануне прибытия нечестивого правителя святой Феодор удостоился чудесного видения. Во время молитвы он вдруг увидел себя в храме, крыша которого разверзлась, над храмом высиял небесный свет и раздался голос Дерзай, Феодор, я с тобою. Укрепленный видением, святой мученик обратился ко Господу с горячей молитвой, прося его укрепить свои силы для предстоящего подвига. Император приехал, захватив с собой золотых и серебряных идолов. Он благосклонно отнесся к святому Феодору, хвалил его за хорошее управление городом и повелел ему принести перед народом жертвы идолам. Святой просил императора оставить идолов на ночь в своем доме. Император согласился. Завладев истуканами, святой Федор разбил их на многие части и раздал кусочки золота и серебра нищим. Так он пострамил суетную веру в бездушных идолов и на обломках язычества утверждал законы христианского милосердия. Мучение Христов по приказу императора был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Мучители били его воловьями жилами и оловянными прутьями, терзали его тело гвоздями и полили огнем. Все это святой мученик переносил с великим терпением и только повторял «Слава тебе, Боже наш!» После мучений святого бросили в темницу и пять дней продержали там без пищи и воды – а затем истерзанного святого пригвоздили к кресту и оставили на ночь. Мучители надеялись, что он умрет ночью на кресте. Причувствуя близкую смерть, святой Федор уже обращал к Богу последние молитвы и говоря, «Господи, рекл миссии первые, а с тобою, ныне же почто оставил мяйси. Виж, Господи, яко звери и диви растерзаша мя тебе ради» на суть зеница, а чес моих плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, едины точью нагие кости на кресте висят. По имени имя Господи, претерпевающего крест тебе ради, железо и огонь, и гвозди под ях затя, прочее же примет дух мой, уже бы отхожу от жизни сей. Господь решил прославить своего святого перед всеми жителями Гераклии. Утром воины, участвовавшие в казни, увидели святого мученика живым и невредимым. Господь исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же недалеко от места несостоявшейся казни приняли святое крещение. Мученик Феодор удержал жителей и воинов, уверовавших во Христа от мятежа, говоря им, «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому. Мученик Христов добровольно отдал себя в руки мучителей» идя на казнь, святой одним словом открывал двери темниц и освобождал узников. Жители Гераклии, прикасавшиеся к его одежде, исцелялись от болезней и освобождались от бесов. Перед тем, как предать себя в руки палача, мученик Феодор завещал похоронить свое тело в Евхаитах в имени родителей своему слуге Уару приказал записать все мучения, которым он был подвергнут для назидания будущих поколений христиан. Затем мученик Христов долго молился и, наконец, произнеся слово «Аминь», преклонил под меч свою честную и святую главу. Казнь совершилась 21 февраля 319 года в субботу в третий час дня. Святой великомученик Федор Стратилат, верный до смерти Господа Иисусу Христу, бесстрашный и жертвенный военачальник, храбрый солдат, издревле почитается как покровитель православного воинства. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых: пророка Божия Захарии, Серповица из 12, святителя Саввы II, архиепископа Сербского священноучеников Симеона, Кульгавца Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова Пресвитеров, священномученика Александра Абисова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.